пищит. Нет, не на куклу. Да, муж. Да, Лизок, муж мой. Салам, Дон, Дон. Нет, не дядя. Дядя по-другому выглядит. Чей ребенок? Да, Женя. Брат, твой ребенок? Другой не приходит. Какой? Ну, спрашивают, чей ребенок кричит. Чем занимаетесь? Отдыхаем. Знакомая одна. Есть знакомая одна. С Москвы она или с откуда? Да, из Москвы. Маша любит чупа-чупс? А Маша любит чупа-чупс? Маша? Ну, наверное, знает, как зовут. Ну, у меня как-то была Маша, она очень любит чупа-чупс. Говорят, все Маши любят чупа-чупс. Но скрывают это. Сейчас Дон Корлеоне подъедет. Спасибо за комплимент. Что тебе там опять травят? А, жену не взяли, жена гуляет с подругой, а я с другом, я не виделся, был на съемках, сейчас снимаем отпуск, поэтому я был на съемках, и с пятницы, потом была у меня ночная смена, с воскресенья на понедельник, поэтому долго Женьку не видел, соскучился. Как выспался, так сразу к Женьку приехал. Спасибо. За комплименты, девочки. Очень приятно. Но говорят, почему-то всегда многие в последнее время, что у меня очень красивые глаза. Медведю. Мне кажется, глаза как глаза. Где Женечка? Вот Женечка, здесь, рядом. Брат, подержи телефон, я колу налью. Да многие говорят, что на Стаса Михайлова похож. Но, скорее всего, что наоборот. Это Стас похож на меня. Красавчик. Жестко ответил. Стас или я? Ты. Алену знаешь? Какую Алену? Шишкову? Что там пишет? Евгения? Нет, какой-то парень. Алену Шишкову знал. Ну, как же. Всем добрый вечер. Девочки, мне на трусики. Сейчас заблокирую тебя. Всем добрый вечер. Просили сейчас, подождите. Рубль к доллару. Всем добрый вечер. Просили Дениса. Пожалуйста, нате. Вы же каждый эфир спрашивали, интересовались. Где же Денис? Где же Денис? Ну, вот и Денис. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Рад вас всех читать, рад вас всех видеть. Анют Пылаева, привет, дорогая, привет. Стас, наверное, курит в сторонке по сравнению с вами. Обратно телефон дай Денису. Так, малыха, будут такие претензионные формы на отношения между нами. Пусть подписываются на меня. На Дениса подписывайтесь. Добро пожаловать. Клара Захаровна, здорово. Всем привет. Всем диспетчерам, всем огромный привет. Фотоархив. Привет, Женечка, привет. Спасибо за Дениса. Пожалуйста. Барракуда, привет, дорогая. Ты их уже так выучил? Всех знаю. Как дочь? Че? Моя? Хорошо. Зашибись. С племянницей играет. Жень, сегодня одет как стиляга. Как всегда. По-моему, пацаны, привет. Здорово, Танюх. По-моему, как всегда, ты одет как стиляга. Видишь, у меня еще здесь стекает слегка. Вспотевший. Это очень сексуально. А, так посидеть. Привет, привет. А где мышцы? А, тебе, ладно. Ты же их не одел. На что собираете? Мы решили заниматься спасением бабочек-однодневок, капустниц. Вот. Ну, а что, все пытаются сохранить тигров амурских, там, каких-то жаворонков севастопольских, ставропольских. А мы решили с Денисом сохранить бабочек-однодневок-капустниц. Может, просто бабочек-однодневок? 14 августа прием в Новороссийск на присягу. Кому? А? На присядку? Да, или на присядку. Доченьку поцелуют бабочек. Каких бабочек? Ночных? Зачем нам нужны? Женька, как итальянский мафиози. Тебе как будто 50. Мне Оксан? Ну, Каменчук. Все прям нормально. Все. Привет, брат. Ребят, Украина, Харьков. Привет огромное. Да, Женя, у тебя талант, конечно, появился. И сразу интересно, не в обиду мужчине. Да, Женя, у тебя талант, конечно, появился. И сразу интересно, не в обиду мужчине. Дело не в этом, он просто... Он спокойный, то есть я эмоциональный, более общительный, Денис, он более спокойный. Он
Баловать себя легко. Опять бухаете. Нет, не пьем. Нет. Денчика нет, винишка. Ты можешь, да, сказать, что не напьешь? Дэн вино пьет. Я нет сегодня. Я просто только из бассейна, вода холоднющая такая. Ой. Да, храни ночных бабочек, и чтобы их было побольше и красивых, и подешевле. У нас леса горят, задыхаемся, животных много погибает, надо собрать на спасение их. Ребят, ну у каждого свое, у вас леса горят, у нас бабочки пропадают, однодневки. Ну что ж теперь, ну невозможно разорваться. Как там Крим? Крим? Ну вот как Крит. А, как Крит, Крим? Крим как? Крим или как Крит? Нет, она про Крем спрашивает. А. Ты про Крем спрашиваешь? Твой, ну такой, знаешь. Не, 38. Сушит кожу. Еще пощипывает так, ну, видимо, не мое. А, ребят, мы же не осьминожки Пауля, и мы не можем разорваться, понимаете? На всю эту... Женя, да, не бухает, колу пьет. Когда идем в путь дорогу, вот как только соберемся, так и пойдем. Ты рюкзак собрал? Нет, у меня все в этом. Где? В кармашке, во внутреннем. Надо еще велосипеды купить. Привет из Волгограда. Красивый мальчик Денис. Так, перестаньте обманывать человека. Да пусть. Ложь во благо, знаешь, такое? Дэн, да, действительно. Ха, мне тоже 38. Да? Нам по 23. Да? Зачем? А ты сказал, что нам 38? А это что у нас спросили? Про возраст или нет? Он не про, он имел в виду не возраст, он другое имел в виду. Вот такая мужская уверенная, спокойная сила от него повеяла. А Женя, наш Женя. Да, обожаю смотреть ваш прямой эфир. Вы с Денчиком идеально пополняете друг друга. Дурак, что? Он перестань. Ну не принимай. Пожалуйста. Женя, с тобой на велике, только мне 43. Супер. Буду ждать тебя, значит. Почему нельзя? На дальнее расстояние. Дальнее расстояние не вытянет. А что там? Сердце. Помоложе надо? Хорошо, мы обсудим этот момент. Так же нельзя сразу обрубать? Нет. Но надо человеку дать возможность подумать, что она едет с нами. Mm-hmm. Ну вот так, хорошо? Хорошо. Давай, на счет три ты едешь с нами. Раз, два, три. Ты едешь с нами. Все, едешь. 43. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Привет, Ярослав. Красивый? Дочку вовремя забрал, не то, не тот, не то слово. Харе, я спортсмен. Да и мы шутим, было, мы шутим. Это шутка была. В смысле вовремя? Ну, так, типа, из Крыма стали все валить. Да, мне кажется, фигня. А говорил, помогать надо друг другу, видишь, леса горят, вот это вот на это собирайте деньги. Это, ребят, если леса горят, чего вы сидите в моем эфире? Вместо того, чтобы писать о том, что леса горят, берите, давайте собирать... Берите пятерки, 19-литровые эти. Да, давайте, берите баклажки и шуруйте в сторону леса и тушите лес. Я понять не могу. Ну, либо возьмите, вместо того, чтобы сидеть в моем эфире, возьмите, отправьте деньги. На помощь там, кому? Кому там надо на помощь отправить деньги? Привет. Государству? Привет, из Крымска. Это их обязанность, тушить леса. На это и специальные службы, МЧС, пожарные службы, волонтерские движения, которые тоже проплачиваются. Сидят мне, строчат. Да. Так иди туши, возьми баклажку и туши. Еще немного в рот наберешь. Да? Угу. И держи. Вот так делай. На что сбор? Мы занимаемся спасением бабочек однодневок. Капустницы называются в Краснодарском крае. Их становится с каждым годом все меньше и меньше. Мы с Денисом переживаем за это. Бля, я тоже собиралась спать, а тут вы с Денисом. Как теперь уйти? Спокойно. Сейчас пробки на Крымском мосту. Пробки? Не знаю, я не был. Ты был? Был. На пробках. На пробках? Ну там бутылка, но без пробки была. А, ты про другое? Да. Недавно ездил. Вовремя, кстати. По-моему, через пару дней там шуганули. Ой, вы не представляете себе, сколько людей, доброжелатели, написали мне в директе, ну что, конченые, так вам и надо, мы сейчас вас разбомбим. Ну, конченые. Вот конченые, потому что мы... Привет, привет. Мы не ни разу. Ну вот, видишь, одно уже спасли. Бабочку, однодневку. Денис, если ты не начнешь разбираться в насекомых, мы так денег с тобой не соберем, братан. Ну, конечно, это не бабочка-однодневка, это божья коровка. Однодневка тоже. А тоже однодневка. Привет, привет. Привет, Анжела. Подожди, что ты написал на пробках? Бегут, подожди, на пробках, Женька, был ты? Нет, не был. Не был. Бегут с Крима, как Криси. Оксана Каменчук, ты все успокоиться не можешь, моя золотая. Я даже тебя блокировать не буду. А, моя девочка. Сырочек? Один возьми. Только один. Дверь закрывай. Дверь вернись. Дверь, только комары залетят. Вот Фроси. Come on, everybody, my dear girl. Закрывай дверь, пожалуйста. Газуй, газуй. Сейчас залетят комарики и бабушку нашу утащат.
С дедушкой. Без дедушки. Ну, дедушку нет, а бабушку тащит. Нет, там могут мощные комарики. А здоровые такие, мускулистые. Закрывай дверь, иди сырочек бери. И Ирочку угости обязательно сырочком. Хорошо? Умничка. Может... Один, да. И один, даже... один Ирочке. Можно Ирочке даже половинку. Люблю тебя. Да? Да. Зачем я? Ну, люди же смотрят в эфире, сидят. При них просто, типа, люблю ее. Нет, я про Ирочку, чтобы дать половинку. Не целую. Офигели, я на 30 выгляжу и 25 километров бегу, обидели. Да ты что, смеешься, что ли? Было Марин. Да мы шутим же с Денисом. Ну, это же была игра слов просто. Германия тоже 34 градуса. Привет, Германии. Будьте в Потсдаме, привет передавайте. Не блокируй, слушай правду. О, видишь, вот сейчас нормально написала мне. Придется заблокировать. Да? Ну, так конечно. Просто делать. Девочка пишет про правду. Бегите, Криси, Криси, бегите. О, кто-то 333 рубля привел. Нормально. Спасибо огромное. Ребят, спасибо огромное. Это говорим не мы с Денисом. Это ты опять, что ли, перевел? А, на ночную бабу. Короче, у Лиски и теперь появилась заветная мечта. 333, где ты найдешь ночную бабушку? Скажи, пожалуйста. У Лиски появилась заветная мечта. Она считает, что третья моя жена, она будет простить. Пойдем. Тебе не дали сырок? Пойдем. Папа сейчас разберет. Сейчас папа даст сырок. Пойдем. Нет, не изменил, просто так причесался. Спасибо, Лен, спасибо. Сейчас он сырок отвоюет дочке и придет. Пока нет, Женьке можете задавать вопросы. Подожди, кто ты там? Исна 7934 заблокировано. Странная борода? Почему странная? Я просто ее меньше сделал и покрасил. Салам, салам. Да, вот почему-то в последний... Привет, солнце, Танте. Последние три недели вот только о глазах и говорят. Что на съемках, что здесь, на тусовках. Мне кажется, что он ни с кем не общается с Дома-2. С кем ты общаешься с Дома-2? С кем ты общаешься? Ну вот я же говорю, ни с кем. Добрый вечер. Там я одну тетю заблокировал. А что она опять пишет? Ну, про какую-то ерунду начала писать. Про гомосексуализм мой? Нет, про войну всякую херню. Крым, Шмын. Спасибо за пожелание, Сергей. Не садись, дали мне вина, брат. Молодец, не этот, как его. Главное, Лиску не блокируют, каждый день спонсируют на... А что у вас за съемки? Сейчас в морозилке снимаем продолжение. Отпуск 2, Карибидис. Ну, порнохаб, короче, нормально. Да, снимается Павел Майков, Арарат Кищан. И как я тебе говорил, это блогерша, или как она? Валя Карнавал. И Валя Карнавал. Я хорошо слышу. И... И Юлька Рио-де-Жанейро. А кем я работаю? Я начинающий актер и бригадир по массовке. Стефания, привет. Конкретно, как насчет... Короче, я тебе не рассказал же по поводу Лизы. Ну. Лизка, она мечтает. У нее появилась, знаешь, мечта в жизни. Ну, помимо там мужа, детей, да, создать семью, у нее появилась еще одна мечта. Ну. Чтобы третий мой брак был с проституткой. Она говорит, что, Женя, третья твоя жена должна быть проституткой. А, ну, потому что я... У нас был как-то эфир, я сказал, что проститутки потрясающая женщина. Она говорит, вот я тебе желаю проститутку. Кто хотел вина, вот вина. Ваше здоровье. Опять. Манюня. А что ты этот без фантика? Сейчас ручки все будут грязные, в шоколадке. Ничего, помоем, да? Ну, этот коричневый, да, а желтый другой был. Ну, ты желтый съела. Мы и под Анапой снимаем. Тебе не нравится этот? И просто приехал сюда переночевать. Ну, я знаю, что сейчас... Ну, Кись, ну что, мы сейчас Шерику давай дадим? Вот Лиза говорит, ты их уважаешь и... Да, я люблю проституток, мне нравится. Иди, заходи в дом и дверь закрывай. Кися, посмотри на меня. Манюня! Да все уже. Я прошу тебя, закрой дверь, моя родная. Не хочешь? Хочешь, я закрою? Да? Или закроешь? Вот ты фроси. Ну, закрой. Пожалуйста. Ты же хорошая. А я что, шутки сюда приехал шутить? Сейчас вы мне все напишете. Ты не хайося я? Подробно. Потому что ты фроси. Я люблю красное сухое. А Дом-2, Женя, тогда возвращайся за женой.
Какое вино пьешь, Денис? Красное сухое. Ну, какое-то такое, нормальное. Ну, так, ребят, бабоньки, напоминаю вам всем, всем присутствующим в моем эфире. Внизу указан номер карты Тинькофф Банка. Мы с Денисом собираем деньги на сохранение бабочек-однодневок. Название этих бабочек – капустницы. Они проживают не только в Краснодарском крае, но и в Крыму. Их остановится, да, я вижу. Их остановится все меньше и меньше с каждым днем. Поэтому давайте-ка все вместе соберемся и, как говорится, спасем бабочек. Потому что без бабочек не будет гусениц. А без гусениц, если не будет, тогда, получается, у Дениса уже ничего там и не будет. Нет, детей нет. Меня муж Манюни называет. Ну, это Денис, мою дочь, только Манюни называет. Привет, привет. Да, не было, был на съемках. Дочь, ну ты съемках. Дениса кроссовки надела. Ну, что такое? Мы потом с тобой этот грибок не вылечим. Брат, я делаю педикюр, мне вообще нормально там все делают. И маникюр. Сегодня на что? Я думал, опять хот-дог. Нет, на хот-дог вчера было, сегодня на сохранение бабочек капустницы. Солнце тебе нормально? Кроссовки не жмут? Нет, удобно. У тебя там Ирочка сидит, у тебя там бабуля с дедой. Чего ты вот скажи вот это вот? Не знаю, папин хвостик, но, скорее всего, что нет. Ты папин хвостик? Я детей очень люблю, поэтому, мне кажется, я буду как Женя. Женя, ты в Новороссийске живешь? Ну, сейчас в Новороссийске находишься. Я думаю, товарищ полковник, что понимаю вас лучше, чем вам кажется. А вы друг друга Манюни не называете? Называю. У нас другое немножко там. У нас зай, кися, носорог. На ход ноги собирает. Нет, на ход нет, ноги вчера. Сегодня на бабочек. Да. Ход ноги уже собрали, да? Ты собрал на ход ноги? Да, а вчера собрали. От Армани или Барбари? Лизка вон кормит нас, поет, блин, каждый день. Спасибо, Лизок. Каждый день. Круче Лизы нет никого. Никто больше 1000 рублей не скинул, только Лизка скидывает. Лизка пока уверена. Ты что, брат, месте. Такой нарядный, спрашивает? Вы мои любимые манюни. Ты что такой нарядный? Взаимно, Лизок. О, тут 300 рублей. Ирина спасибо огромное. Спасибо. На бабочках от 40-летней велосипедистки, которая выглядит на 30. Кайф. За тебя. Чтоб ты так выглядела в 50. Я тебе обещаю. Сильно, брат. Что тех бабочек, которые мы сохраним за счет этих 300 рублей, то есть там... В момент нашего велопробега до Турции они будут кружить вокруг нас. Но правда в течение одного дня, потом они умирают. Впереди нас? Куда? По бокам. Я думал, на раму посадить, чтобы впереди. Но одна будет на раме сидеть, вторая на багажнике. Третья вот здесь на плече. Ну я не знаю, правда. Ты не против будешь? Тут надо с Белочкой будет договориться. Куклу купил большую. Какую? Барби? Какую большую? А зачем мне большая кукла? У меня с фантазией. Лиса скидывала 5000, по-моему, консьержке. Да это консьержки, блин. Теперь не консьержки, не 5000. Чтоб вы знали, я понял, Гламаринка. Блин, Гламаринку надо сохранить, да? Потом мне написать в директе. Сказать. Ирина Севастьянова. Сейчас мы скрин сделаем, потом мы ее напишем. 43 года женщина, это самый смак, самый сок. Ничего не надо объяснять, все уже знает, знает, где надавить, знает, где прогнуться, знает, где похвалить, знает, где... Как общаться. В общем, знает, где нажать газ и где нажать тормоз. И не болеваться. Да, и уже зубами не цепляет, кстати. Не касается. 100%. Ну. Дашка? Не знаю, наверное, да, Дашка приехала. Рыжий. А, сестра приехала. За мелкая. Где твоя маленькая принцесса? Так жалко эту консьержку, Лиза, она до сих пор твои 5000 потратить не может. С ума сошла, что ли? В этом, где? В фикс-прайсе все по 39. Вы лучше, чем любое кино, которое идет по телеку и на других платформах. Спасибо огромное. Если бы вы знали, как это кино снимается. Ага. Ир, мама приехала? Не хотели бы смотреть. Пусть покушает. Арбуз. Даш, зубами точно не цепляет. Люблю тебя. Может быть, да. А вакуум умеешь делать? Дурак. Здорово, блин, сестра. Здорово, рыжая. А ты с работы? Когда выйдет, непонятно. Ой, кто-то нас Варвара 100 рублей закинула. Варвара, спасибо огромное. Не от моего лица даже, а от лица бабочки однодневки. Что ты говоришь? Спасибо. Вы только что спасли ребенка этой бабочки однодневки. Блин, а маме уже 46. Ну, если по 39 уже нет. А сколько этому бывшему президенту Америки жене лет? Как она хорошо выглядит. Как Мелани Трамп? Да. Ну, так нет, с такими бабками по-другому выглядеть невозможно. Здорово, сестра.
Мы в эфире, только не трахти лишнее. Да. Как дела? Нормально. Привет, рыжий. Привет, сестра моя. Как дела? Ничего, пойдет. Нормально. Покажи Дашу. 5000 рублей Дашу покажи. Нет, Даша. Вот, вот все, 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 все. Лови Дашу, лови. Да, что, ты соскучилась? Фрося. У меня фейк. Шерик? Иди моську помой, фейк. А шоколада. Уже спать легла. Спасибо огромное, кто 300 рублей перевел. Пишите, блин, имена, ребят. Да, да, ну, да. Чтобы как бы, чтобы я потом после эфира бабочкам передал от вас, кто что перевел. Нет, прическу не менял, так прическа всегда была такая красивая. Где? Да. Ну, потому что Даша. Шериф, что такая Даша? Шериф. Двоюродная сестра. Шериф. Нет, они косят. Они косят столовые клетки по 100 тысяч долларов за укол и обновляют организм. 100%. Лиза, откуда информация? Девочки, я вижу ваш... Подожди, здесь же, блядь, братишка, здесь же психологический момент. Девочки, спасибо вам огромное от лица всех бабочек-однодневок, именуемых капустницами. Мы боремся, сегодняшний эфир посвящен борьбе за их сохранение. Бабочек-капустниц с каждым днем, они же однодневки, они остается все меньше и меньше. В наших, ваших силах сохранить и увеличить их популяцию. Я прошу вас, сердце у нас одно, бабочек да много. Я. Сука, надо было продумать текст. А ты не, я думал, ты до конца что-то скажешь. Ну, я понимаю, я просто подумал, сердце одно, бабочек много, и что дальше? Типа, ноги до хренища. А, типа, и... В общем, не проходите мимо. Да. Закидывайте на карту. Не тренди, алкаш. Я вообще не пью. Лизок, только я пью сегодня. Потому что была... Женька, сегодня на нарколилера из фильмов похож. Нарколилеров? Это кто такие? Кузин, где твой рыжичуб? Нельзя, 18+, Инстаграм. Учебайся. А сколько лет товарищу? 30, моему? 38. Не говори, братишка, по зачем похож. Ты постоянно говоришь ниже? Не ругайся матом, блин. Сейчас начнут обратно возвращать. Вы родственники? Для, мне кажется, ближе, чем родственники. Да, ближе. Дурак. Потому что я лучше. Юджин, ты на Кипр собираешься? Собираюсь, блин, Ира, ну надо пока здесь, моя золотая, решить. У меня сейчас у отца операция, потом реабилитация месяц. Я не могу сейчас уехать. Спасибо огромное за 200 рублей. Я сейчас не могу, а это... Давай за каждые 200 рублей, смотри, за каждый донат вот так будем делать, смотри. Не, ну так я не буду делать. Ну а как ты? Хорошо, что ты готов делать? Ну что ты вот готов? Хорошо, окей, я буду как бабочка делать? Я буду говорить спасибо. Нет, блин, ну так же интересно. Вот так. Давай, я за каждый донат вот так делаю, смотри. А ты что делаешь? А ты, ну, вот так, все, хорошо. Вот за каждый надо. Договорились? Да, да. Сейчас, давай. Подожди. И только мы должны одновременно подниматься. Хай, привет, привет. Да, дорогой человек, привет. Дон пердон, хватит оскорблений, Елизавета. Лизок, ты что-то этот... Перегибай, да? Да, зверина хапанула. Кузин, ты жинда. Жинда? А что такое жинди? А жинди, это что такое? Ты знаешь, что такое жинди? Это мне кажется типа с этого. Типа жадный? Нет, не жинди, это мне кажется с этого. Где эти? Целуйте за каждый донат. Мы можем отправить тебе фотографию шляпы. Да, за каждый донат, блядь. Хоть зацелуй ее там, эту фотографию. Извини, сегодня какое-то чудовище делает. Нейл, не перегибай, Самара, хорошо? И вот это вот, да. Что-то хочешь, заблокируй ее? Заблокируй. Дэн модератор, не могу с ним поспорить. Ну что, ты никогда не умел. Что-то я не могу. Раз в два месяца в Геленджике отдыхаю. В неделю буду в сентябре. Списываемся, встречаемся. Покажу вам красоты и веселую жизнь. А то затухли там. Свои красоты ты покажешь? Я не 43. Да похуй. Да не ругайся ты матом, блин. Спасибо. Давай, приезжай, мы здесь. Да, да, да. Жинди – это дурак на кыргызском. А, ну это нормально. А ты кыргызский не знаешь, я не знаю. Ну, дураком являюсь. Дурак, что ли? Не дурак. Вот видишь, ты дураком не назвал. Не, я говорю, дурак, что ли? Жидкий? Кто жидкий? А ты спроси, может, Ира сейчас уезжает уже домой. Я Стрельцову больше не трону, даю слово. Ты все мультики пересмотрел сегодня, которые есть. Ирочка? Да ты не у меня спрашивай, ты иди у Иры спроси. Че так скучно жить? В смысле? Слушай, опять про 43 харе, да мы угораем. Слушай, нам самим уже. Вот, нет, вот, есть уже. Такие бабоньки в 43 дадут фору 18-летним. Все, я устал, ни одного доната нет. Мы бабочек хотели показать, блин, елки-палки.
Брат, какие-то большие бабочки. Где такие бабочки? Скучно так с вами. Кузин, ты на Джонни Деппа похож. Я-то на дурака на кыргызском похож. Да. На... А, сейчас приду. Да. Пища. Что? У тебя гастрит. Спасибо. Спасибо вашему дому, хорошо, что сваливаете. Приборы только такие, к сожалению, разрешили. Можете, вы можете конкретно что? Беру, уходи, пожалуйста. Сесов, успокойся. Я не покорить тебя пришла, я не нажала сдавить. Теперь же зубную щетку даже никто не принесет. У тебя никого кроме меня нет. Святая Ева, Лестер. Контейнеры я завтра заберу. У Жени? Ну, мама очень большая, да, очень большая семья. Женя ни с кем не встречается, один. Какая же ты сволочь. Хм. Ну, жизнь покажет. Да, окей. Фильм какой? Фильм будет «Отпуск 2». Продолжение. Нет, эфир не виснет у нас. Пока, Дашуль, пока, зайка. Эфир не виснет, все нормально. Донат не пришел никакой? Нет, брат, я бы... Отвратительное поведение. Отвратительное поведение. Я буду жаловаться. А, летом, ну, отдыхаем только у себя. Не плевать на звание. На бутылках. Тихо, блядь, бутылках. Отдыхаем на пляже. Я поеду с ним. Купаемся. Кстати, мелкую не купали, да, в этом? Ну, в Крыму она каждый день купалась. Нет, на море у нас. У меня нависшие веки, а от 43 что-то там пришло. Давай, Гиси. Тихо, блин, подожди. Готов? На счет три. Раз, два, три. Два старых дурак. Это сильно. Это сильно. Сколько жена в браке? Ну, я думаю, лет 8. Я минуточку. Просто блядь, города, блядь, нас сожги. Что с вами происходит? Бород. А что со мной происходит? На лекциях вас нет? Семинары не посещаете? Работу по-кандидатски? Это пиздец. В прошлом месяце мне обещали статью. Готов? Да. Раз. Раз, два, три. Спасибо огромное за 200 рублей. Да. Брат, мы так до утра будем фигачить. Любая одежда, лишь бы это хорошо смотрелось и сидело. Красавчик, на девушке. Красавчик, брат. Что? Что не так, что ли? Ну, все правильно. Нет, просто есть... Со мной гури, Лизка сейчас переведет. Давай, Лизок. Лиза, ты только ты, по-моему... Блин, понеслось. Раз, готов? Раз, два, три. Спасибо от бабочек. Спасибо огромное за 500 рублей. Слушай, бизнесом зависть, ты ж хотела. Деньги. Блокируем? А? Кузин, хватит глянчить деньги с людей. Иди работай. Сидишь, бухаешь, как у дочери на глазах. Позор. Сам в эфирах говоришь, если кто просит, у меня я все помогу. А сам в ЧС кидаешь. Фу, таким быть. Спасибо огромное, Светлана. Да, конечно, блокировать. Светлана, до свидания. Готова, Светлана? Как тогда повторяю. Была Светка, нет Светки. Ой, Жень, нафиг Сашу кинул? Я вообще никого не кидал. Артисты, да, благодаря Олегу Евгеньевичу мы артисты. О, да, точно. Брат, да у меня здесь сети, как его? Да как ты так повернул? Ну, блядь, чтоб ты тоже тебя видел. Давай дальше, блядь. Только он еще маню не будет. Я просто поближе к тебе сяду сейчас. Проводила? Два. Сегодня. А ну-ка, дай на секундочку. Где вы? Мне назначена встреча. Проводила? Улетает сегодня. Я никак не могу отменить. Мам! Ваша где мелкая? Собираем на бабочек. Мы... Кто спрашивает? Спасибо, девочка. Евгений, на что собираете деньги? Мы собираем деньги на спасение бабочек однодневок капустниц. А. Я спрашивал, ты вернул, проводила? Да. Я еще говорил, что я люблю тебя очень сильно.
И Митю люблю тоже. Братика твоего люблю. Ты любишь Митю? Да? Спасибо, Маша. Где Женя опять зажигал? Вот теперь. Митю любишь? Ну, хорошо. В каких фильмах? Короче, мам, я тут карту прикрепил. Мы прикрепили карту на сохранение бабочек однодневок капустник. Пусть их осталось мало. И каждый раз, как нам кидают донат, мы с Дэном показываем бабочек. Взлетаем вдвоем. Тебе надо увидеть просто. Просто донат пока никто не кидает. Сейчас кинут, увидят. Как дочь зовут? Манюня. Ты ж, классные ребята, ты же на меня подписан. Ты ж не... Ты же видишь, где я снимался. Правда, что вобрал? Нет, что когда раз там был, ни разу не видел. Ну, диский пляж вобрал Дюрсо? Не, не видел. Брат, раз. Ну потому что, чтобы знать, где есть нудистский пляж, надо ну, иметь какое-то интересное достоинство. Да, нет. Ну, хотя бы бинокль иметь. Люди твои формы. Люди твои формы. Брат, мы, короче, с Дэном всю жизнь, вот сколько мы знаем, я ни разу не купался в плавках. Ни разу. Дурачок, что ли? В плавках? Когда ты купался в плавках? В шортах всегда только. Ой. Что пришла? Трусы нашла? Ты что, искупалась, Фрося? А ты где ножки помыла? В бассейне? В бассейне. Скоро девочки как мои 3 года уже. Ваша тату? Папа, а куда они приедут девочки? Какие девочки скоро приедут? Ира? Не знаю, она в пятницу сказала. Из живота сказала, Даша, да? Не в силе Бог, а в правде. Никак не переводится. Да, Женя любит Манюньку свою. Под колдуном. Где колдун? Где-то, короче, под колдуном есть. А я не знаю, вообще не под колдуном. Да, на телевизоре. Надпись на руке. Да никак, это когда наши разбили шведов. И его. Колючие? Да, мы потрогаем бороду. Борода. Потрогаем. А, ну что ты ее жмешь? Да ты ж не хватает так бороду. А у тебя есть борода? А? Фрося, нету бороды? Ну-ка. Ну, где? Ты так уж? Да не, все. Я закрыл. Я не хочу спать. Ну, ты постель. Как? Ну, ты можешь походить? Папа. А, не ходи. Куда собралась? Ну, пойдем, я тебя включу. На другой руке идет папа, крест православия, быстро? Голубь, руки Господа Бога. Быстро иди, понял? Быстро иди, брат. А на которые часы это я посвятил в память маме, которая меня покинула. Вам сейчас девочки напишут, кто я. Правда, но сейчас же светит солнце. На английском написано, вот это? Оля, первая татуировка, с этой татуировки все и началось. Какой? Я не упала. Этот? Я не упала. Говори, этот? Спасибо, спасибо. Ну, не только папина радость, ну и всех нас. Наша совместная радость. Спасибо большое. Хм, это точно. Точно подметили, что как Маша командует. Что я пью? Вино красное, сухое. Уже не да, вот здесь микрофон и на этой руке кот. Ну, я сначала не верил, что это заразная тема, набивать татуировки. Ну, потом уже, когда что-то хотел еще набить, еще, и теперь думаю, что на спине добить. Спина еще осталась, спина и низ живота, от груди. Спасибо вам тоже, хорошего вечера. Сейчас Женя придет, вот он рядом. Свой инстаграм есть Гнипель Денис. Женя, нет, не пьет вино, но он колу пьет.
Простоквашино пусть смотрит. А? Мультик Простоквашино. Дочка Александрия зовут вроде. Серьезно? Прикольно, кстати. Да? Надо было назвать так. Женя, а... Зря, видишь, поздно подсказали. Очень приятный вы человек. Спасибо. О. Не хочешь Жене хорошую девушку подкинуть? Не хочешь. А, Жене. Кто Женя с большой буквы. Жень, во сколько у вас малышка заговорила? Не знаю, где-то полвторого или полтретьего, что-то такое было. Сегодня. Бабочку нет, на спине бабочку не хочу. Ну, а на жопе? Дурак, что ли. Как тебе Валя Карнавал? Как она человек? С ней лично не общался, общался с ее помощницей. Ну... Говорит, строила всех, Валя Карнавал. Там всем актерам напихивала, говорит, вы бездарности. Да, по 10 дублей снимаете, что вы не можете запомнить этот текст. Это просто ужас. У нас сцена была где-то минута 30, минута 50, но было около 8-6 дублей. Привет из Крыма, привет огромный. Были там недавно, 3 дня назад. Татуировка классная, спасибо, но она не единственная. Ну, я так даже не думал, что она прям в открытую говорила. Она, знаешь, не молчала, просто херачила всех подряд. Молодец. Что Карибидиса... Там... А, только Карибидис был. Смотрели фильм? А, Оля недавно досмотрела. Это про этих, которые в Дубаях? Лапулечка. Да вон, по телевизору не они? Ты их включил за фильм? Простоквашино включил. Зайка, я до сих пор Простоквашино по утрам смотрю. Да, я лично не смотрел. Жена смотрела, рассказывала. Женя, ну, не знаю, хочет, не хочет. Это все от Господа Бога зависит. Какая самая мечта? Мне кажется, чтобы все те люди, которых мы любим, были с нами и были здоровы. Все остальное так ерунда. Я вообще про это ничего не думаю, про то, что вы написали. Я хочу, чтобы те люди, которых с нами нет, чтобы они были рядом. Все остальное ерунда. Привет, привет. Сколько тату на теле? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пока 10. Нет, детей нету. Ой, когда будет отпуск второй, блин, до сих пор мы его еще снимаем. Да нет, нормальная девчонка. Как ты сказал-то? Карнавал или как ее? Карнавал. Да. А хорошая честно? Девчонка. Ну, просто спросили. Mm. Как не обращать внимания на тупых людей? Да просто с ними не общаться. Денис, а зачем? Да, Денис, Винохин. Охарактеризуйте себя. Зачем? Для чего это? Я все никак не решусь на тату, но очень хочу. Ну, тату надо бить, знать что и для чего. Ну, отпуск стоит посмотреть, но мне кажется, это все равно, что как горький один и самый лучший день. Все типа того. Спасибо. Да, Женя был самый-самый. А самое интересное было на него смотреть, когда он был здесь рядом. Его показывают на ТВ, а он рядышком. И постоянно его ждал его, когда он приедет. Бывало такое, что он позвонил в 11 вечера, говорит, Дэн, встретишь меня в Анапе? А это была зима. Я говорю, да, встречу, не вопрос, 11 вечера. Потом говорит, нет, брат, я приезжаю в Краснодар, а у меня машина на летней резине. Ну, поехал, встретил. Что, Женя, ты не знаешь? Не знаю. Мы что, блядь, эти доктора, что ли? К сожалению, нет, играл главную роль, пока не играем. А кто, кстати, в этом фильме главную роль играет? Арарат, Демис. Кстати, Леня Махно там был. Сегодня? Ну, да, снимается Ленька Махно.
Вообще не изменился, только поправился. Uh-huh. И потом Светик с этого, с Полярного. Ага. Uh-huh. Я друг Жени, да, друг, наверное. Нет, в Москву приглашали, но не хочу. Сейчас, походу, бабочкам конец настанет завтра. Да, актер. Мы все актеры. И жизнь наша театр. Да. Что-то никто не хочет увидеть, да, этих бабочек. Женька, у тебя друг хороший и умный. Хм. Все правильно. Где снимаем? Под Анапой, в Геленджике. Карибидис крутой, но как человек не очень. Не очень эти люди. Женя, ты что такой грустный? Брат, ты что, грустный? Не, не грустный. Нет, дочку не грустный. Сейчас надо идти укладывать. Время уже 15:12. Сейчас пойду укладывать уже. Марика, ты что, ее заблокировал? Кого? Запрос. На что отправил? Ну, она отправила на запрос. В прямом эфире она хочет участвовать. В прямом эфире. А так тоже можно отправлять? Ну да, вот они снизу. А-а-а. Вот она. Маринка, видишь, Александрова. Зачем? Хочет прямой эфир. Зачем? Ну, понятно. Не знаю, что-то хочет она. Да, дружба с третьего класса. Уже не хочет, видишь? Ну, так, привет, привет, Яночка, привет. Ну, тяжелый человек. Своеобразный. Каринский, что за Каринский? Я по национальности или ты? Или Шерик? Шерик кто по национальности? Все, ладно, давайте, доброго вечера вам. Спасибо огромное, что были в эфире. Попозже мы еще выйдем с Дэном. Сейчас я дочку уложу. Мне просто телефон нужен с собой там. И мы через какое-то время там увидимся. Я думаю, что через полчаса увидимся. Подождешь меня? Да, конечно. Тебе там, кстати, еще вино оставалось. Да, то я же не буду пить. Все, выпивай. Дурак, что ли? Все, давайте. Через полчасика увидимся. Давайте, не балдейте. На связи.